посидела в этот миг земля, и раздался горький женский крик. Как и многие населенные пункты нашей страны, собрались, чтобы зажечь свечи и вспомнить всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто встретил врага на границе и все эти 4 года освобождал нашу землю от фашистской чумы. Поэтому я благодарен ивангородцам, всем, кто пришел сегодня поучаствовать в этом мероприятии, памятном мероприятии. И застыло время в этот миг. И стонала раненая земля, а мальчишки в бой бежали. Беспощадною была тогда война, и они от ран в окопах умирали. И пусть пройдут года, пройдут века, но в этот день мы зажигаем свечи, чтоб помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной. И пусть пройдут года, пройдут века, мы в этот день помолимся за них. Мы будем помнить.